Привет, мои хорошие! Сегодня я хочу собраться вместе с вами и показать вам, как начинается мой день. Первым делом, чтобы проснуться и взбодриться, я иду в душ и сначала мягко очищаю кожу пенкой от Avène и беру любимую щеточку Foreo. Я правда обожаю ей пользоваться и утром, и вечером. Она глубоко, но при этом деликатно очищает кожу, и благодаря пульсациям щеточка еще дает противоотечный эффект, то есть получается такой лифтинг-массаж лица, и за счет улучшения кровообращения улучшается цвет лица, кожа мягкая, чистая. Прям как после похода к косметологу, только дома. У меня это новая модель щеточки Foreo Luna Fofo, и она может анализировать состояние кожи и уровень влаги в ней. Щеточка оснащена функцией Bluetooth, и чтобы подключиться к телефону, нужно скачать приложение Foreo For You, синхронизироваться с щеточкой, и программа сама подберет схему очищения, подходящую под ваш тип и состояние кожи. Так я умываюсь каждое утро и вечер, и честно, я очень сейчас довольна состоянием своей кожи, и очищение в этом играет немаловажную роль. Далее я беру гель для душа. Мне очень нравится аромат именно классического геля для душа Dove. Для меня он почему-то пахнет уходом из отеля, не знаю. Мою голову шампунем Капус для объема. У меня там стоят еще пару других шампуней, и я их иногда чередую между собой. Конечно, чищу зубы, и поскольку у меня стоят брекеты, у меня две щетки. Первая маленькая монпучковая и также обычная, а паста у меня соляная от Веледа. Затем я наношу крем для тела от Naturalium с манго, и вся ванна прям наполняется этим тропическим ароматом, и на коже аромат манго тоже немного остается. Перед макияжем я наношу сыворотку от Caudalie для сияния и ровного цвета кожи. Я уже рассказывала более подробно про свой уход за лицом летом, и если вы еще не смотрели это видео, ссылочку я оставлю в описании. Потом я наношу легкий увлажняющий флит из этой же линейки Vina Perfect, и у него также есть SPF 20. И мне нравится, как они работают в паре. Крем под глаза у меня от Елизавека с экстрактом ласточкиного гнезда. Я жду несколько минут, пока впитается крем, и перехожу к макияжу. Ко мне приехал подарок от Yves Saint Laurent. Вот такой потрясающий набор со средствами Touche Love, в который входит праймер, тональное средство в нескольких оттенках, консилер и хайлайтер. И сначала я нанесу базу под макияж. Она идет с эффектом сияния и называется Touche Love Blur Primer. Эта база выравнивает текстуру кожи и делает ее ровной, мягкой и слегка сглаживает поры. Тональный крем Touche Love мне уже был, и он дает эффект естественного сияния, здоровой кожи. У него правда очень красивое покрытие, и когда у меня кожа без воспалений, то этот тон шикарно смотрится на коже. Степень покрытия у него от легкого до среднего, и он довольно быстро усаживается. Далее я беру новинку Yves Saint Laurent. Это новый консилер Touche Love High Cover, и он идет уже с более плотным и стойким покрытием, и при этом он также содержит подсвечивающие пигменты, и получается такой эффект естественного сияния, который делает взгляд свежим, отдохнувшим. А на скулы и над губой я нанесу хайлайтер на оттенок светлее основного тона кожи. Брови рисую карандашом от Vivienne Sabo, Brow Arcat в 02 оттенке, и зачесываю гелем для бровей от Holicaholic. На щечки наношу кремовый румяна Giorgio Armani в 52 оттенке. И прохожусь бронзером от NYX в оттенке Medium по скулам, затемняю линию роста волос и также добавляю его на шею. Из палетки Tarte я набираю оттенок пыльной розы, затемняем складку и внешний угол глаза, и также прохожусь им по нижнему веку. Из-за того, что мы недавно переехали в эту квартиру, я еще не успела перевести всю косметику, и поэтому сегодня вместо розовых теней я беру румяна от Benefit и смешиваю их с шиммерными тенями из палетки Tarte, и получается нужный мне оттенок теней.
Стрелочки я рисую лайнером от Benefit и стараюсь продлить линию нижнего века, вырисовываю такой хвостик и затем соединяю. Яркие губы я буду делать при помощи универсального карандаша от Make Up For Ever в оттенке 716, такой ягодный, сочный цвет. Карандаш, правда, не такой стойкий, как помада, и поэтому после обеда я его всегда поправляю. Моя быстрая укладка на каждый день выглядит примерно так. Я делаю высокий хвост, затем разделяю его на две части и начинаю завивать пряди друг за другом от лица с двух сторон. И если не завивать кончик, то у вас получится эффект пляжных волн. Такая укладка у меня занимает буквально 5-7 минут. Очень быстрая, особенно с утра. И затем я распускаю хвост, и получаются вот такие легкие воздушные волны. По желанию я сбрызгиваю волосы сухим шампунем, у меня это профс для темных волос. В целом готов образ. Если вам понравилось это видео, то ставьте пальчики вверх, пишите ваши комментарии. Я всех вас целую, обнимаю и увидимся совсем скоро.